Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В сети счастливчика рыбака из Тайваня попались два гигантских сельдяных короля. Оба они достигали приблизительно 4,5 метров в длину. Местные жители называют эти создания рыбами-землетрясениями, так как те поднимаются на поверхность только после сейсмических событий. Рыбы настолько редкие, что считаются прообразами для легенд о морских змеях. В этом прибрежном рыбацком городке сельдяного короля поймали впервые. А что приготовила для нас крымская погода 4 мая, предлагаю прямо сейчас и узнать. На западном берегу пасмурно и дождливо весь день. В Черноморском температура воздуха днем плюс 13, ночью также плюс 13. В Евпатории и Саках ночной дождь днем утихнет, а вечером возобновится с новой силой. Днем плюс 14, ночью плюс 13. В Севастополе днем ясно и без осадков, а вечером тучи на небе начнут сгущаться. Пройдет дождь. Температура воздуха днем составит 16 градусов тепла, ночью плюс 12. В Бахчисарае солнца не видать, быть дождю. 16 градусов тепла днем, плюс 10 ночью. На южном берегу Крыма малооблачно, дожди. Температурные показатели в Ялте и Алуште днем плюс 16, ночью плюс 14. В Феодосии и Судаке ночной дождь днем утихнет. Пасмурно. Днем плюс 14, ночью также плюс 14. Пасмурно в Керчи. Дождь. Днем 13 градусов тепла, ночью плюс 14. В северной части Крыма также пасмурно и дождливо. В Джанкое и Красноперекопске днем до 12 градусов тепла, ночью плюс 14. В Армянске в этот день лучше не планировать прогулки под открытым небом. Пройдет дождь. Днем 13 градусов тепла, ночью 14 с отметкой плюс. В центральной части Крыма и столице пасмурный день принесет с собой небольшой дождь. Днем 14 градусов тепла, ночью плюс 11. Такой погода будет на полуострове 4 мая. И несмотря на дождливую погоду, самое главное — сохранять безоблачное настроение. Не переключайтесь.